Всем привет из машины. Мы сейчас едем гулять. Эмили не спит. Она воодушевлена, что она наконец-то выйдет на улицу. Но у нас как бы так немножко прохладненько. Но вроде сегодня нет ветра, и это радует. Скажи всем привет. Мы приехали в парк. Встретились с нашими друзьями Родион и Наташа. Помашите, пожалуйста. Вот, в общем, ходим, гуляем, общаемся. Тут на самом деле, как бы, родители сегодня даже не пошли гулять, потому что холодно было. А мы тут сейчас пришли в парк, где солнышко светит. И прям такой шикардос. Я курточку надел, даже как-то можно так вот распахнуться и гулять. Вот. Съездил сегодня еще, заплатил за анестезию, за хирурга. И завтра у меня в 7. Утра, ну, точнее в 9 утра, мне надо к 7 приехать в больницу. Операция на коленке. Очень боюсь, переживаю у меня. Ну ладно, завтра про операцию расскажу еще 20 раз. Возьму, наверное, камеру, все очень там, может, поснимаю. Операционную, не знаю. У меня прикольный хирург, ортопед. Он, ну, классный, я только что с ним встречался. Мне кажется, если я ему даже камеру дам, он может поснимать там все. Ну это как бы не точная информация, но вдруг он такой веселый чувак. Просто как бы такой дубак с этой стороны, и чуваки в шортах, в футболках. Школьники, с какой школы физкультуры? Тут рядом жилые дома только. И мы такие, знаете, утепляемся. И они идут в футболках, ля-ля-ля. Смотрите, кого мы встретили, это же Ромео. Ловелас Ромео. Я еще не все комплименты получил. Представляете, короче, мы идем по той стороне, там такой дубак, а по этой стороне идешь, здесь уже тепло, я не знаю почему. И мы, короче, гуляли только по этой стороне. Вот, но уже мы нагулялись. Родион, надо на работу ехать. Он, кстати, ну, кто новый подписчик, он работает акробатом в цирке Дю Солей Майкл Джексон. Вон, вот мы ходили к нему на шоу, вообще прикольное. Малышу. Месяц. Вау. Нифига здесь русских, короче, ты с собакой были, эта тетенька. Вот это прикольчик. Я дочку несу на руках, потому что она проснулась и говорит, не хочу спать там. Час извиняюсь, блин. Оно час, второй, третий. Точно? Да. Прям вот как ты говоришь? Нет. Ты видела, эта тетенька русская? Да. Тут очень много. Офигенно. Мы уже вернулись домой, зашли на почту, нам прислали несколько посылок. Вот это вроде из России что-то. Не смотрел еще от кого, что там внутри. iHerb. Так это счета. И еще вот письмо пришло от Кутеповой Анастасии. Она мне писала на почту, переживала, что ее письмо не пришло. Вот твое письмо, видите, еще не открытое, в целости и сохранности. Вот все, что приходит нам на почту, мы показываем все письма и открытки. Не переживайте. Ну вот iHerb мы потом распакуем, а вот мне больше всего интересно, что вот это такое пришло из непонятно откуда. Белпошта. Это из Беларуси? Да, это из Беларуси. Из города Солигорска от Никитиной Элизаветки. Прикольно. Элизаветки. Почему я так странно сказала? Не знаю. Короче, от Лизы. А распаковка вместе с дочерью. Она пока уснула, мы ее не трогаем. А, может быть, она вот тут еще надо. И она вот такой, хоп, вверх. Вот здесь, кис. Да. А ты. Ну, все понятно, конечно. Так, ну, конечно же, чай. У нас прекрасный начал заканчиваться. О, с голубикой Гринфилд. Мы такое не пробовали. Прикольно, там с ягодами или только с голубикой? Там еще, я смотрю, ежевика. А, ну, написано Blueberry Nights. Угу. Ну, да, написано еще ежевика. А, черный чай с ароматом черники и ежевики. Видишь, я пошарю кис. О, молочный улун. Вот он вкусненький. Да. Спасибочки. И тут еще всякие вкусняшки. Это Несквик! Да? Я как-то выдала, как надо!
Это мой любимый Несквик. Вот прям за это прям такое спасибище просто огромное. Вот такая тема вообще. Я никому не дам, вы не смотрите даже сюда. Езжайте себе в Сочи, ешьте его. Так, вот знаешь, как стервятники, мы распаковываем здесь, и они такие ходят вокруг добычи, такие, да, как, знаешь, эти шоколята такие вокруг львов. Очень хорошо запаковано. Спасибо, да. Так, безбашенные квадры, а здесь, кстати, наверное, по-белорусски, может, там написано, нет? В общем, какие-то штучки еще для завтрака с корицей. Угу. Еще какие-то. Это желешки, да? Вон пари. Ага. Желешечки какие-то. Смотри, сколько шоколада. Это вообще тема. Это не тебе. Это понятно, что не мне. Это все для Эмили. Ну давай смотреть, что здесь. Ух ты. Нуга вот такая. Угу. С малиной в шоколаде. Надеюсь, прикольно, что Катя тоже сможет попробовать. Я попробую, конечно. Я расскажу вам, какой вкус. Это нуга крем-брюле. Угу. Аленка? Молочный шоколад. Любимая Аленка. Ух ты. Это новая какая-то упаковка? Вообще первый раз такую вижу. Где она сделана? Это не белорусский. Ну, тут вот написано что-то про фабрику, какие-то факты, что она фабрика Коммунарка. Что там, не видишь, где написано? Изготовитель, город Минск, Республика Беларусь, все правильно, что ты. Угу. Коммунарка делает такие вот вкусные. Здорово. И вот еще две шоколадки, тоже какие-то интересные, смотри. Нестле. Рошен. И вот, смотри, какая прикольная шоколадка. Белый шоколад с клубникой. Ну вот поэтому клубника, поэтому она говорит, вот, надеюсь, ты попробуешь. Я буду все пробовать. Ну конечно, конечно. Пашки. Пашки, это на Несквике. На Несквике, да. Блин, ребят, присылайте мне Несквик, пожалуйста. Еще что-то? Да. Нифига себе. О, Иван, чай с мятой. Вот такой чай. О, заваривать я люблю с мятой, да. И еще тут что-то. Еще какие-то конфетки. Коммунарка. Это вот фабрика, вот эта. Кондитерская. Конфеты глазированные белорусские. Прикольно, мы будем пробовать белорусские конфеты. И открыточки. Какие прикольные. Твои будни. Проснуться, быть круче всех, уснуть обратно. Это пандочка. Вся такая волшебная. Ну, конечно же, письмо. Письмецо. Еще раз огромнейшее спасибо Лизе за посылку. Она нас смотрит уже целых 4 года, ну, около того, представляете? Вот, и прям это очень круто, что вообще так долго с нами. А письмо будет открывать Пашулька. Кутепова Анастасия, она, знаете, как переживала, что ее письмо не дошло. И, Настя, все хорошо, мы сейчас откроем его и прочитаем. Я уверена, все видела, все смотрят не на тебя, а на Эмили. Красивую точку. Так, вот здесь, значит, с рождением ребеночка такая открытка веселая. Ага. И тут, ну, тут поздравление, говорит. Паша, ты такой классный, Эмили просто твоя копия. Я тащусь от тебя. Ты такой умный и красивый. И прическа у тебя очень классная. Надеюсь, твое колено заживет. 27 декабря 2018. Она, короче, в день рождения Эмили написала нам вот этот. Ого. Вот. А теперь, может быть... Ну, там поздравление, потом почитаешь личное. Хорошо. Кто не понял, это шутка была. На самом деле я очень умный, я не просто умный. Вот это письмо. Меня зовут Настя, мне 17 лет. Я из Кемеровской области. В общем, сейчас прочитаю. Настя, спасибо большое за письмецо. 2 года нас уже смотрит. Понимаешь?
А вот что было в посылке iHerb. Конечно же, мой шампунь любимый с кондиционером. Еще заказала вот такую вот жидкость для снятия макияжа с глаз. Тушь для ресниц. Это очень хорошая фирма. Physicians Formula. И две шоколадки с темным шоколадом. А это еще из кино. А это с ягодой, с голубикой. Ребят, знаете, что у меня сегодня на ужин? Потерял. Сосиски. Да и не просто сосиски. Хот-дог сейчас буду делать себе. Родители ходили в Таргет и вот захотели вдруг сосисок. Еще у нас есть супер-мега сладкая горчица. Это как сгущенка примерно, но почему-то это горчица. Наверное, потому что она с медом. Вот. И вообще в Америке горчица отличается от русской. Она такая, знаете, сладкая и... У нее вкус Макдональдса. Не знаю почему, мне Макдональдс напоминает. Вот. В общем, я сейчас себе буду делать хот-доги. Просто еда чемпиона. Прям, знаете, такая нью-йоркская, американская уличная еда. Ужас какой. Ладно, всем приятного аппетита, если тоже кушаете.